Всем привет, Эвтерфор, это вторая часть прохождения головоломки вместе с Суперплейсом. Поехали. И да, эта часть, это половина огромного левела, которого мы проходили минут 40, и эта часть длится минут 20, так что вот, пожалуйста. Так, постройки. Постройки. Я могу трейдиться. Что у тебя? Храм. Так, ориентируйся по красным, синим, там, зеленым. Ага, понял? Смотри, встань на зеленый блок. Встал. Ровно на него. Вот ты стоишь, пройди на блок вперед. На один блок вперед. Все. Ну, прошел на один блок вперед дальше. Дальше иди, повернись направо на 90 градусов. Ну да, дальше. Пройди один блок вперед. Вперед. Поставь. Повернись налево один раз. Налево. Пройди один блок вперед. Вперед. Повернись направо. Направо. Пройди один блок вперед. Вперед. И под собой поставь обычный песчаный блок. Обычный, да? Да. Без всяких рисунков. Один. Один. Угу. Дальше смотри. Короче, должно выйти так, чтобы вокруг, я не на край, да, я поставил, типа, ну, на край, с одним, отступ один блок, да? Да. Там, где вот сам, на самый-самый край поставь забор, а на забор светильник. Самый-самый край? Самый, да. И самый так со всех сторон? И так со всех сторон, да. И этот вещаник тоже? Да. А я не могу поставить на самый-самый край? Ну, на самый край песка. Так не могу все равно. Кварц не считается. Сейчас, подожди. Я могу поставить забор только на сэндстоун. И на ну да. Так самый-самый край чего? Объясни. Сэндстоуновые площадки. Просто песчаные или нет? Да, кварц тут ни при чем. Так, еще раз давай. Стою на зеленую. Угу. Веди меня, куда мне ставить этот самый. Два блока вперед. Два блока вперед. Направо повернулся. Направо. Проходишь два блока вперед. Два блока вперед. Под собой песчаный блок. А, так на не. Ну, под собой песчаный блок есть. Все. Ну, забор дальше куда? Забор давай. В самый угол. Чего? Давай, проведи меня в этот самый угол. Хорошо, вот ты стоишь сейчас... На песчаном блоке. А в какую сторону ты смотришь? Вниз просто смотрю, и все. Ну хорошо, посмотри на синюю сторону. Смотрю. Пройди блок вперед. Блок вперед. Повернись направо. Направо и один блок вперед. И под собой забор, и на него светильник. Не могу здесь на песок обычно поставить забор. А почему? Да. У меня на обычном песке стоит. Дай посмотрю. Придется все-таки. Не надо! Немного... Давай хотя бы демку, не надо карту ломать. Давай демку. Я спектатор просто зайду, не? Ну ты сейчас все спалишь. А не деревянный забор. А, тут еще деревянный! Я думал, какой, блин, забор. Так, все. И так со всех сторон. На него это светильник. Так, мы сразу сейчас два. Предмета уберем. Все, дальше давай. Дальше, смотри, вот. Опять. И, вот эти песчаные блоки везде поставь. Песчаные блоки где? Ну, со всех сторон. Ну, поставил, да. Смотри, вот есть у тебя ступеньки, правильно? Да. На зеленый блок вставать. Давай, встань на зеленый. Угу. Пройди блок вперед, повернись вперед. Налево. Налево. Пройди два блока. Два блока. Вернись направо и поставь ступеньку. Направо под собой. Ну, короче, чтоб ты мог по этой ступеньке на блок подняться. Блок подняться, да? И так со всех сторон? Нет. Только с этой стороны, на которой ты стоишь, и с другой стороны светильника. А, со всех сторон, да, так? Ну, угловой. Да, да, да. Все, понял. Раз, два, раз, два. А, здесь сломать надо. Раз, два, есть. Смотри, дальше. Три блока, да, вышло? Три блока, типа, вот таких. Три блока, чё? Квадрат из разных блоков, да?
Ну да. Вот подойди дальше. Давай, на зеленый опять стал. На зеленый, два блока вперед. Два блока вперед. Налево повернулся, прошел блок вперед. И под собой поставил песчаный полублок. Песчаный полублок именно? Угу. Не вырезанный? Угу. Ну я не знаю, какой это. А, смотри, вот отличие, сейчас тебе скажу. На невырезанном... А, да, на обычном, короче, узор булыжника. Да, на обычном узор булыжника. Да, вот необычный... на котором узор булыжника. Который узор булыжника, понял. Ставлю, есть. И с другой стороны этого песчаного блока такой же полублок. Короче... Два полублока ставить? Или что? Нет, один полублок с одной стороны этого блока песчаного. И с другой стороны еще один блок. А в смысле, а как? Как с другой стороны? Ну, хорошо, вот встань на этот полублок, да? Встал. Смотри в красную сторону. Смотрю, прямо. Блок вперед. Вперед, я упал. Да. Налево, розовую налево. Сторону. Блок вперед и под собой песчаный. Ой, полублок. Так, еще раз проведи меня. Нормально. С зеленой стороны. Прям с зеленого блока? Да, с зеленого блока. Вот тот я поставил. Три блока вперед пройди. Три блока вперед. Налево. Налево. Два блока вперед. Два блока вперед. И под собой песчаный блок. Так. Полублок. В смысле? Три блока вперед тогда. Почему три? Должен. Раз, два. Тот полублок должен прилегать к краю, верно? Какой? Который это самое. Вообще, скажи, полублок, который я первый поставил, должен быть на блоке или под ним? Под. А? Под ним. А, так я поставил на блоке. Почему? Так, еще раз давай объясняй, на зеленый стою. Вперед три блока. Вперед три блока. А, в центре котел поставь, в самом центре. О, давай. Все, минус. Котел. Вот ты уперся в котел, да? В котел уперся, я смотрю. Налево повернулся. Налево повернулся. Два блока вперед прошел. Раз, два. И под собой полублок. Подо мной полублок. Нерезанный, да? Обычный, да, с булыжником. Так, вот поставил дальше второй полублок куда? В смысле? Второй полублок. У тебя, короче, вокруг этого песчаного блока две ступеньки с двух сторон, а с других двух сторон два полублока, да? Ага, так мог так объяснить просто и все. Все. Ну так сейчас все, да? Вот теперь так, все. И тебе так с каждой стороны сделай. Да, так с каждой стороны. Так, еще раз давай я тебе объясню. Вот встань в любой угол, я тебе сейчас текстуру скажу. Перед забором вот этим, да? Да, перед забором. Да. Забор, лампа. Право идешь, ступенька. Право идешь после одного блока полублок. Потом встаешь на ступеньку, идешь один блок вперед, подо мной блок. Какую ступеньку? Которая рядом с... А, тут две рядом с забором, пофиг. А, блок вперед и под тобой это блок песчаный. Да, а потом еще раз вперед, и ты под тобой полублок, да? Да. Все, тогда. И еще один, короче, с другой стороны. С другой стороны, все есть, да. Дальше. На каждый песчаный блок поставь. По забору? Нет. Блок, на котором нарисован крипер. Крипер? Так, это не тот. А, все, нашел их. По одному? Да. Раз, два, три. 4 есть. Дальше на этого крипера поставь вырезанный песчаный блок. Который без текстуры, да? Да. Есть. Раз, два, три, 4. А дальше смотри, поставь ступеньки. На что? Чтоб была, короче, основа для арки. С каких сторон? Ну смотри, встань, например, на зеленый блок. На зеленый встал. Два блока вперед проходишь. Вот я полублоки, полублока два слева и вправо. Слева вправо, полублоки, да. Да. Ну, например, направо поворачиваешься, заходишь на полублок. Угу. И на вырезанный песчаный блок ставишь ступеньку так, чтобы она как бы была перевернута и смотрела. А, все, и так со всех сторон, да? Да.
Так, сейчас еще натрейжу, чтобы я мог использовать ее. То есть нет. Что это такое? Готово. Дальше. Блин, а что дальше-то? А, ну. Па, я понял. Смотри. Поставь на каждый. На каждый вырезанный песчаный блок, на каждую ступеньку обычный песчаный блок. Еще раз скажи, на каждую ступеньку или на каждую ступеньку и на каждый песчаный вырезанный блок. А, и обычный этот самый. Обычный стон. Да. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, есть. И смотри, между как бы вот этими раз, два, три... Один блок есть. Да, и его нужно заполнить. Чем? Этим же песчаным блоком. А, все, есть. Получился квадратик. Да. Смотри, возьми теперь песчаный вырезанный полублок. Не вырезанный. Не вырезанный, есть 4 штуки. А, тебе нужно, короче, вот в угол. На каждый? В самом верху, короче, в угол. На самый верх угол. Короче, да, чтобы он упирался в вот эти вот построенный квадрат. На каждый угол квадрата поставить по полублоку. Или как? Чтобы... Если ты на него встанешь, ты был наравне с вот этим квадратом из песчаных блоков. Так, еще раз давай объясни. Давай зеленый начнем просто, зеленки. И зеленый. Проходишь 3 блока вперед, упираешься в котел. Котел. Проходишь направо, поворачиваешься, 1 блок вперед. Я вплотную полублоку встал. Да. И сверху ставишь полублок в самый выше. А, и так со всех сторон, да? Да. Раз, два. Короче, плюсик, да, чтоб получился? Да. Угу, есть. Так, а что тут? Теперь у меня плюсик есть. Подожди, я что-то не понял. Эй, не понял, что-то. А мы, походу, неправильно сделали. Сейчас я тебе скажу, что именно. Что убрать? Да, получилось неправильно. Короче, вот на каждый вырезанный песчаный блок убери с него обычный сэндстоун. Что, еще раз? С каждого вырезанного песчаного блока убери сэндстоун. А, который на верхушке находится? Да. Квадрата вот этого, да? Да. Где мы раз, два, три делали? Да. Все, тогда минус 4, да? И вместо него поставь песчаный полублок. Полублок? А вырезанный? Нет. А, то есть вырезанный, да, короче, гладкий. Просто у меня уже не осталось их. Все, есть. Поставь полублоки. И, короче, тебе нужно вокруг вот этих вот полублоков и песчаных блоков обвести все вырезанными полублоками. Так, давай еще раз, что сделать? Обвести вот эти полублоки и обычные сэндстоуны, которые сверху, полублоками, короче, чтобы небольшой навес был со всех сторон, но не ставить этот над светильником. Давай зеленый просто. Хорошо, зеленый. Давай. Зеленый блок. Встань на него. Проходишь блок вперед. Еще один блок вперед. Так, два. Справа и слева полублоки. Да, над тобой песчаный блок. Песчаный блок, да. Ты один блок назад проходишь. Есть. И на низ этого песчаного блока ставишь полублок гладкий. Есть, поставил. Дальше проходишь блок вправо.
Блок вправо. И на низ другого песчаного блока и полублок. Есть. Вправо лево. Точно так же. Так, на, есть на полублок. Три полублока. Я три полублока поставил. Да. И также с левой стороны. А, и на полублок тоже ставить, да? Что? На полублок, да. Не на уровень ниже, да? Нет, на сам полублок. Ну, сбоку него. Полублок. Чтобы получилось в общей сумме 5, да, со всех, ну, с одной стороны. Полублок. Да. А нужно углы ставить на углы? На углы нет, чтобы над светильниками была пустота. Ага, все есть. Сейчас. Так. Готово. Что дальше? Дальше... Что дальше? Как закрепить тут? Подожди, надо подумать. Есть блоки? Да? Точно, есть блоки! Смотри! Вот помнишь, вот эти внутри мы полублоки невырезанные расставляли? Внутри, да, вот эти два полублока с одной стороны. Четыре. Раз. Внутри, да, говоришь? А, вот внутри сверху, плюсик, которые. Плюсик. Да-да-да. На каждый этот полублок поставь... Скрипером? Нет, стой. Подожди. Чуть не понял. Подожди, вот это. Вот это. Вот это. Да, этот не скрипером, а обычный сэндстоун, не вырезан. Без... с трещинами, да? Да, как полублыжник. Ой, полублыжник. Есть, есть, полублыжник. Есть. Полублыжник, да. Все, поставил. Их 4, да, ты поставил? Да, 4. Между ними... Один блок. Да. И их заполни криперами. И ты в сумме, короче, 4 крипера поставишь. Криперами я запомнил. Дальше. На каждый блок... Этот, обычный сэндстоун, который без крипера. Да. Поставь гладкий песчаник. Гладкий, да? Да. Все, нашел. А теперь на каждый гладкий... Сейчас, подожди. Я натрежу, что будет сам. Ставить их. Все. Теперь на каждый гладкий поставь обычный сэндстоун. На каждый гладкий обычный, да? Да. Сейчас. Опять надо натретить. Обычный сэндстоун. Раз, два, три, четыре. Готово. Если ты сейчас станешь на блок крипера, да, то справа и слева у тебя такие эти... Два блока справа и слева от тебя. Да, да, два блока справа и слева. Вот это пространство, в котором ты стоишь, надо по два забора поставить. Раз, два, раз, два, раз, два. Есть. И теперь на каждый этот сэндстоун и забор полублок. Просто закрыть, да? Да. Короче, крышу. Есть, ура! Спасибо всем за просмотр. Пока.